«За промыслом» – это больше, чем путешествие по родному краю. Это десятки поездок со смыслом, новые открытия и возможности. Ирина Ситникова – художник, дизайнер, стилист, автор уникальных картин из зеркал и минералов. Во втором сезоне ведущая продолжит путешествие по удивительным местам нашей малой родины. Ура! Узнаешь место? Познакомит зрителей с процессом изготовления самого теплого промысла вятки. Раскроет тайны сундучества и гончарного мастерства. Отправится за секретными ингредиентами для производства вятского кофе. Сплавится по извилистым маршрутам Нимды. Окунись в путешествие за промыслом.